Здравствуйте. И позвольте подвести итоги уходящего политического 2014 года. Сегодня мы это будем делать с известным политологом Андреем Пиантковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Саша. Первый вопрос сразу такой. Какие главные реперные основные точки вы бы отметили в уходящем 2014 году? Я с удовольствием это сделаю, но позвольте мне оттолкнуться от реперной точки 15-летней давности. Мы сейчас как раз приближаемся к дням 15-летия правления нашего национального лидера. И вот как раз в рождественские дни 99-2000 я написал статью, которая называется «Путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России». По-моему, слово «путинизм» было первый раз именно употребляю именно мной, именно в этой статье. Вот я позволю очень короткую цитату. «Путинизм – это война, это консолидация нации на почве ненависти к какой-то этнической группе, это наступление на свободу слова и информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм – это, воспользуемся излюбленной лексикой господина ИО президента, контрольный выстрел в голову России. Вот такое вот наследие оставил нам Борис Николаевич Гинденбург». Вы просто пророк, Андрей Андреевич. Ну, понимаете, мне это было очевидно 15 лет назад. Но почему-то либеральная интеллигенция в это время бегала с плакатиками Путина в президенты, Кириенко в Думу. Помните, был такой мелкий жулик Кириенко, которого поставили? Ну, киндер-сюрприз, кто же не помнит. На дефолт. У него две знаменитые цитаты, как премьер-министр. Сначала он сказал, ну, я не бедный человек, а на следующий день он написал, мы должны привыкнуть к тому, что Россия очень бедная страна. И все-таки, какие основные точки в этом году прошла Россия? Так вот, я думаю, основная точка, что все, что было сказано на 15 лет, мне кажется, сейчас понимается подавляющим большинством населения России, включая, вот, например, эту аудиторию, которая сидела на пресс-конференции. Я не знаю, были ли вы там или нет, удостоены вы были такой нас не пустили. Части. Я обижен. Но атмосфера была другой, вы заметили, наверное. Атмосфера была другой. А мне, кстати, вообще там сказали, что, возможно, это был даже не Путин, двойник, тройник или вообще сетевой адаптер. А вот для меня больше показательно было несколько попыток, специально поставленные люди в разных рядах, были попытки организовать аплодисменты. Они проваливались немедленно после двух-трех. Клакеры не работали. После двух-трех хлопков это все. А где вот эти, даже не было этих традиционных женщин с острова Сахалины, полуострова Таймыр, которые объясняются в любви. То есть, как мать говорю, как женщина, да, это уже не актуально. Ну, это взял один какой-то корреспондент, такой мордастый из «Комсомольской правды», он объяснился в любви с самого начала. Вот. И вот этот адаптер был, конечно, усталый адаптер. Он был запрограммирован на то, что он никогда ни в чем не ошибается, все делал правильно, но как-то все это было без энтузиазма, без вдохновения. А как бизнес-сообщество на это отреагировало? У вас же есть наверняка какой-то инсайт оттуда. Ну, бизнес-сообщество на следующий вечер собрали, по-моему. Так, да, тайная вечеря. Да. Алибаба и 40 разбойников. Ну, это да, сицилийские такие мотивы, понимаете, миллиардер Евтушенко посидел в холодной, разоружился перед партией, отдал крестному отцу, там списал Башнефть, и его переодели в штатское. В гроб, кладя благословение. Привели на ужин к президенту, пожалуйста, вот такие. Понимаете, это те же самые люди, которые привели его к власти 15 лет. То есть мы должны благодарны санкциям за то, что они ускорили вот этот процесс, обнажили все ничтожество нашей экономики. Вы же помните, первая реакция была всех и апологетов режима, и критиков. Это довольно слабые такие санкции, почти формальные. Но мы все, включая нас с вами, недооценивали просто уязвимость нашей экономики. Сравните, что они, американцы, делали 15 лет с Ираном.
Да и до сих пор. Он вообще ни барреля нефти не мог нигде. Обама, кстати, недавно подписал все-таки закон, принятый Конгрессом США, по поводу новых санкций против России. Чем это чревато? Что это будет такое? Там насчет «Газпрома» даже там что-то? Ну, это ответ. И, кстати, одновременно ряд санкций по Крыму США, Канады, Европейской. Это ответ вот на последнюю попытку Путина предложить так называемую «большую сделку». Ведь вы обратили внимание, он рвет на себе все тельняшки с Крымом, там и Херсонес, и там какой-то норвежский князь посетил и принял. Там станции. Пробурил какой-то источник духовный, налокался из него и... Вот, а по Донбассу он просто сама душечка. Мы всегда за территориальную целостность Украины, и, конечно, это украинская территория, надо их интегрировать в одно поле. Он предлагает, Западу предлагал, и надеялся на успех, вернуться к тому, что Запад ему предлагал в апреле. Вы помните эту встречу в Женеве, где даже украинский министр подписал коммюнике, где не было слова «Крым». То есть Крым проглотили, дальше не... И ему сказали: «Хорошо, Володя, мы это... Ладно, это не хорошо, но мы проглатываем, закрываем, но не лезь дальше». Тогда он был на вершине эйфории, Новороссия, 8 областей, выйти к Приднестровью и так далее, отказался. Сейчас он вымаливает у Запада, но опять же, во-первых, он пытается обмануть, потому что то, что называют территориальной целостностью Украины, это он торгует воздухом. Когда выяснилось, что вся Новороссия – это вот этот гнойник, как справедливо выразился наш Риббентроп, и этот гнойник, он Путину даром не нужен в России. Он нужен ему как гнойник и раковая опухоль в теле Украины, чтобы сеять хаос и нестабильность. Но, между прочим, сегодня стало известно о том, что уже оружие оттуда бумерангом возвращается на территорию России. Нет, ну тут же в Москве погуляли какие-то моторолы или моторылы, перестреляли нескольких гаишников. Это естественно, вернется сюда. Такие игры добром не кончаются. Но ясно одно, я хочу подчеркнуть, и это существенный итог года, вот если это самая важная реперная точка, что войну в Украине он проиграл. На крупномасштабную военную акцию он уже не решится по целому ряду причин. Она просто нереализуема в чисто военном плане. Те потери, которые мы понесли, там никто не знает, 900, вроде бы Министерство обороны официально признало 900 погибших военнослужащих, на самом деле, наверное, 1000, они уже неприемлемы для российского общества. Любая эскалация, она бы привела к политической катастрофе внутри страны. В связи с обрушением рубля, ну сейчас вроде говорят, там подрос, и скорее всего там в эту топку просто бешеные деньги вкладываются. Что вы прогнозируете в конце этого года, в начале следующего года, вот по экономическим вопросам? Нет, ну я бессмысленно называть точные цифры. Качественно я прогнозирую то же самое, что я прогнозировал 15 лет назад. Дело в том, что вот у нас иногда системные либералы так вот покритиковывают власть, что не хватает у нас институтов. А у нас нет института частной собственности, потому что собственность, она условная, она зависит от ваших отношений с властью, с президентом, ее можно отобрать, вернуть и так далее, назначить. А такая экономика не может развиваться, в ней не могут возникнуть никакие инновации, никакое так называемое импортзамещение или диверсификация. Эта экономика может, вот она 15 лет существовала на двух наркотических средствах. Высокая цена на нефть и кредиты западных финансовых институтов. Андрей Андреевич, ну вот я же вижу, как народ стал штурмовать магазины. То есть в первую очередь сейчас скупают, конечно, электронику, дорогую электронику. Но это в каких социальных средах вы вращаетесь? Многие люди скупают крупу, соль, гречку. То есть уже? И так далее, да. Это не, пока еще не в Москве, но в провинции наиболее активным спросом эти товары. Эта экономика не может ничего произвести, она обречена. Вера в Путина утрачена, получается, так? Ну, во-первых, она была сильно, сильно преувеличена. Я никогда не верил в эти 84%. Мы с вами всегда обсуждали ситуацию. Вообще социология в тоталитарных режимах
она бессмысленно сидит в квартире, человек ему звонит, незнакомые люди, и с хорошо поставленным баритоном спрашивают, он за президента или против. Весь столетний генетический опыт, а даже и, может быть, тысячелетний, подсказывает, что лучше ответить, что я за. Истинную поддержку демонстрируют другие события. Ну вот вы освещали и активно участвовали в двух маршах мира в солидарности с Украиной. Они произвели очень большое впечатление. Ну, минимальная, самая минимальная оценка 50 тысяч человек. Была уже масса попыток вот все этой такой околофашистской швали Дугиных, Просвириных, Прохановых, Холмогоровых, Гиркиных собрать какие-то митинги солидарности Новороссии. Ну, никогда больше там нескольких тысяч человек не приходило. Это показывает, вообще все в политике решают активное меньшинство, соревнования различных активных меньшинств. Большинство всегда наблюдает, как за футбольным матчем. То есть есть локомотив, и он тащит весь основной состав. Или два локомотива, которые тащат в разные стороны, как правило, во время серьезных столкновений. Так вот, во всяком случае, в Москве активное меньшинство противников войны, противников безумной идеи русского мира, оно больше, чем активное меньшинство сторонников этой идеи. Это было неоднократно подчеркнуто. Кресло под нашим журавлем поднебесным уже шатается? Ну вот смотрите, два крупных провала, они, собственно, не этого года, они кумулятивные провалы. Но это обнажение экономического ничтожества этой системы, это клептократия, которая может пожирать себя, и экономический кризис будет только углубляться, и одновременно серьезнейший военно-политический кризис, военно-политический, идеологический, какой угодно. Он же хотел перезагрузить всю матрицу коллективного сознания с этой своей крымской речью и потом валдайской речью, заимствованной неоднократно, мы с вами говорили об этом, ну просто кусками буквально от канцлера Германии, разделенная нация, и собирание исконных земель, и национал-предатели, и расширение русского мира, все оттуда. Не сработало по двум причинам. Ну, во-первых, что фундаментально русский народ не фашистский народ. Он не идет вот на эту разводку. Так же, как он не пошел в 91-м. Вы помните, как распадалась Югославия, когда сербы бросились вырезать Великую Сербию? И как сравнительно мирно распался Советский Союз? И вот Путин через 23 года решил это переиграть, снова устроить раздел империи уже по-югославски, с войной, со всеми возможностями перерастания ее ядерную. Это фундаментальный фактор. Эта идея была отвергнута народом. Да, был краткий энтузиазм там с Крым нашим, который тоже уже иссякает, но Крым – это некая особая история. Но откуда он взялся в голову, что ему дали санкцию на бесконечные войны по периферии так называемого русского мира? Это, и второе, маленькая группа фашизоидов в России есть. Вот та самая, которая бегает на митинги по Новороссии. И это честные по-своему люди. Они искренне верят вот в эти безумные идеи русского мира, особого генетического кода, арийского племени, спустившегося с Карпатских гор и распространившего по всей Евразии до Форта Росс в Калифорнии. И они видят, что Путин фальшак, что он их честные фашистские идеи, в общем, использовать, чтобы надеть какой-то вот идеологический колпак на свою откровенную клептократию. Поэтому он лишился любой поддержки. И вот с таким диагнозом диктаторы долго не живут. Если суммировать все вышесказанное, вот сейчас на 15 января широко анонсируется так называемый русский Майдан. Но это не совсем, не только в поддержку Навального, я так понимаю, хотя и в его тоже. Как вы считаете, 15 января
будет очередная реперная точка? Во-первых, мы должны сделать все для того, чтобы это было реперной точкой, в том числе и в нашей сегодняшней передаче, призывая всех людей прийти прежде всего и в поддержку Навального, и прежде всего просто в поддержку России, потому что это серьезный выбор. Или этот день 15 января будет днем позора России, или это будет днем чести России. Перейдет ли это в Майдан? Станет ли это днем крушения режима? Нам не дано преугадать, как наше слово отзовется. Просто весь опыт показывает, что когда режим достиг уже стадии абсолютного гниения, а именно в этом и находится сегодня состояние путинской клептократии, толчком может стать что угодно. В Петербурге в марте 17 года два дня не привезли хлеб в булочную. Там немецкие шпионы, наверное, на деньги Генштаба и Ленина взорвали какой-нибудь там состав с хлебом. В Тунисе сжег себя в декабре 2012 года безработный. В Париже там королева сказала: нет хлеба, пусть едят пирожные. Мы не знаем, вот что-то все вот эти рэперные события переворачивают жизнь страны, когда они уже созрели, когда уже образовалась такая концентрированная критическая масса. Критическая масса недовольства и абсолютной некомпетентности режима. Не дано предугадать тот конкретный повод. Это может быть 15 января. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, вот все эти провалы, о которых мы говорим, они закономерны исторически. Путин не мог не пойти войной на Украину, потому что украинская мирная антикриминальная революция представляла громадную экзистенциальную угрозу ему лично и его режиму. Победа Украины, успех Украины на европейском пути – это Кащеева смерть Путина. Так что это было закономерно. И это будет продолжаться, несмотря на неудачи чисто военного, будет продолжать стараться душить его. А в то же время он находится в таком неадекватном состоянии, что эти неизбежные провалы, ошибки и преступления дополняются еще глупостью, вытекающей из его неадекватности. Ну, например, требования 10 лет Навальному. Что вы пожелаете нашим зрителям в преддверии Нового года? Ну, чтобы та пресс-конференция, о которой мы говорили сегодня, встреча с Путиным с народом, была последней. И, по-моему, встреча Путина с народом, она переходит уже совершенно в другую стадию. В то, он становится героем того похабного анекдота, который настойчиво пытался несколько раз рассказать госпоже Меркель. Что он уже в той ситуации, в состоянии той брачной ночи со своим возлюбленным народом, что бы он ни делал, как бы он там ни дергался, Кабаева не поможет. Результат будет только один. Ну, я надеюсь, не такой жестокий, как брачная ночь полковника Каддафи со своим возлюбленным народом, которая продолжалась 15 минут. Ну, опять же, он был прав, Владимир Владимирович, что бы ты ни делал, окончательный результат будет тот же.